Всем привет, друзья! Сегодня у нас War Thunder будет курс обучения бомбардировщик. Ссылочка на данную игру на скачивание, на регистрацию будет под видео на канале. Скачивайте, регистрируйтесь. Игра обалденная, графика супер, управление нормальное. Сетевая игра, воздушные бои, вообще отличная штука. Так что скачивайте, ссылочка под видео на канале. Давайте полетаем. Бомбардировщики. Побомбим, поучимся. Добро пожаловать в третью часть начального курса обучения. Здесь вы узнаете о том, как правильно бомбить наземные цели. Сейчас вы управляете бомбардировщиком. Бомбардировщики способны нести тяжелые бомбы, предназначенные для поражения целей в большом радиусе. Чтобы обезопасить себя от зенитных орудий и истребителей противника, бомбардировщики летают на большой высоте. Попасть по какому-либо объекту с большой высоты намного проще при помощи бомбового прицела. Переключаться между видами можно при помощи кнопки «Смена вида». Нажмите кнопку «Сменить вид» два раза, пока не переключитесь на вид от бомбового прицела. Нажмите, чтобы вернуться в вид от третьего лица. Также вы можете переключиться сразу на вид от бомбового прицела. Нажмите кнопку «Вид от бомбового прицела», чтобы переключиться на бомбовый прицел. Из-за того, что у меня работает программа для записи, у меня не переключается вид. Ну-ка, попробовать изменить тут. Бомбовый прицел. Поставим 0. Угу, не поставить. Сбросьте бомбы на вражеский аэродром. Количество оставшихся бомб отображается в левом верхнем углу экрана. Сбросьте оставшиеся бомбы. Прилетит подарок с неба. О, немчура тут стоят. Самолеты. Сейчас мы бананов навялим. Вот так вот. Отличное попадание. Бомбардировщики часто становятся целью истребителей. Для защиты от возможных атак на самолете находятся несколько турелей. Используйте кнопку стрельбы, чтобы открыть огонь по вражеским самолетам. Цельтесь на упреждение. Ваша задача выполнена.